Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. По данным областного гидрометеоцентра в Ульяновской области, 4 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области от 15 до 20 градусов тепла. В Ульяновске плюс 16, плюс 18. В течение дня атмосферное давление будет падать. К этому часу о погоде все. Хорошего вам дня!